Здравствуйте! В эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. В четверг, 12 сентября, в набережных Челнах днем малооблачно. Стол термометра покажет нам плюс 24 градуса, ночью плюс 10. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Желаю вам прекрасного настроения. До встречи на нашем телеканале.